Друзья, всем привет, с вами канал Тест CSGO. Ну вот, играл я, играл, друзья, и смотрите, получается, наиграл 6 звездочек. Вот, видите, у меня сейчас 6 звездочек. Вот так вот, посмотрите, видите, да? Хочу купить вот агента за 7, исключительные агенты. Интересно, сколько они стоят, друзья, пишите в комментах. Вот сейчас давайте одного агента купим. Ну, одну звездочку возьмем. Вот докупить нужно одну звезду, смотрите. Не хватает одной звездочки, у меня 6 есть. Вот, потратить 7 звездочек, купить одну звездочку. Все, 57 рублей одна звездочка, покупаю. Деньги на счете есть. Так, все, авторизация. Вот, все, у меня получается активировать. Все, у меня 7 звездочек, друзья. Давайте сейчас посмотрим, сколько это стоит агенты, то, что выпадет. Вот, потратить, вот такие агенты, друзья, есть. Вот такой вот агент, вот. Интересно, сколько он стоит, друзья. Вот такой вот агент. Вот такой агент. Ну, тут дофига их, короче. Вот. Давайте потратим, посмотрим то, что выпадет. Так, потратить. Все получить, друзья, получить. Надеюсь, я окуплюсь. Посчитайте по 57 рублей. На 6 умножите, сколько будет. Получаем, друзья. И выпадает вот такой вот агент, получается. Второй лейтенант медслужбы. Национальная жандармерия, агент операции хищник. Это видно какой-то фиолетовый, ну, розовый, друзья. Вот. Вот давайте посмотрим, сколько он стоит сейчас. Самое главное закрыть. Так, все, у меня 0 звездочек. И вот он выпадывает, друзья. Вот он, этот агент. Продолжить. Смотрим сюда. Это спецназ исключительный. Так, продать на торговой площадке, друзья. Барабанная дробь. И стоит он. Самое интересное, сколько он стоит. 60 рублей. 100 рублей. Блин, это что так за фигня? 68 рублей, друзья. Офигеть. Столько звезд потратил. Он не окупился. Лучше бы я скины открыл. Жаль, конечно, зря. Ну ладно, черт с ним, друзья. Буду сейчас его бегать с этим. Подставлю его, конечно, соответственно, за спецназа. Ладно, всем пока. Всем удачи, друзья. Вот то, что с этого выпадывает, какие агенты выпадывают. Не выпал второй лейтенант медслужбы национальной жандармерии. А тут с красного начинается, видите, да, почему-то. Ладно, всем пока.